Друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом маринованного винограда. Это очень вкусно и очень полезно. И очень необычно. У нас здесь примерно грамм 450-500 винограда. Это сорт Молдова. Вы, в принципе, можете взять любой виноград, который вам больше нравится. Вот. И сейчас мы его будем мариновать. Мы его очень тщательно помыли. Можно оставлять вот так, на плодоножке, тут по 3-4 штучки. В принципе, ничего страшного. Берем удобную для нас емкость. У меня в данном случае литровая банка. Отправляем туда наш виноград. Где-то на четверть мы ее наполнили, банку нашу. Отправляем туда лавровый лист. С одной стороны один и с другой стороны один. Черный перец горошком, штуки 3-4 отправляем сюда. Один бутончик гвоздики. И продолжаем наполнять банку. Так, место еще осталось. Еще один бутончик гвоздики. Несколько горошин черного перца. Все, банка наша полная. Теперь банку нашу заливаем крутым кипятком. И даем постоять буквально 2-3 минуты. Так, прошло у нас 2 минуты. Чуть-чуть больше, можно сказать 3. Берем емкость. Добавляем данную воду. Чайную ложку соли. Две чайные ложки сахара. Добавляем 50 мл 6% уксуса. Доводим рассол до кипения, чтобы растворились наши сахар и соль. Заливаем горячим рассолом наш виноград. Берем стерилизованную крышечку. Банка у нас, кстати, тоже простерилизованная. И закатываем ее за катушкой. Отправляем ее отдыхать. Переворачиваем при этом. И через 3 месяца наш виноградик можно уже употреблять. Всем спасибо, всем пока.